В Верховном суде Чувашии сегодня рассматривалась апелляционная жалоба о сроке наказания Михаилу Анисимову. В июле Московский районный суд дал ему 7 лет с отбыванием наказания в колонии поселения. Напомню, что ночью 24 марта на проспекте Горького Михаил, управляя автомобилем Ford Focus в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости врезался в автомобиль ВАЗ-2114. В результате водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте ДТП.